В Бендерах 30-летний мужчина до смерти избил отца. На теле погибшего обнаружены множество кровоподтеков, сломаны два ребра. Мужчина задержан, ведется следствие. О тяжком преступлении правоохранителям стало известно вечером 18 марта от врачей скорой помощи. На место происшествия сотрудники милиции прибыли незамедлительно, сообщает пресс-центр МВД. Выяснилось, родственники встретились после долгой разлуки, выпивали. Отец начал поучать сына. Завязалась ссора. В какой-то момент сын стал избивать отца. Бил сильно, руками и ногами, сообщает МВД. На теле 59-летнего погибшего судмедэксперты обнаружили множество ушибов, кровоподтеков. Подозреваемый в содеянном признался сразу. Говорит, убивать не хотел. Руку поднял, потому что разозлился на нравоучение. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.